Кандидат мастера спорта, борьбой занимается 3 года. Лучший результат чемпионат Центрального федерального округа, первое место. Тренируется под руководством Николая Карпенко. А на ковре был красным тяго Алина Орлова. Мастер спорта международного класса, представляет команду Брянской области, тренирует в спортивном клубе «Локомотив» под руководством тренера Николая Козлова. Синим тряпом на ковре был Мария Тюмерекова. Представляет команду Республики Хакасия, город Абакан. Тренируется в центре спортивной подготовки имени Чаркова. Тренируется под руководством Владимира Чижова. Лучший результат. Бронзовая медаль на первенстве мира среди юниоров. Субтитры сделал DimaTorzok.
Победа держала Алена Афанасьева, Новосибирская область. На ковера приглашается Зухра Расулова, Светлана Бабушкина. Зухра Расулова, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 6 лет. Под руководство... А на кого вы победу держите? Алина Морева. Крылева. Город Брянск. Лучший результат Первенства России 2018 года, второе место. На ковер приглашаются Салонги Дангар, Кемеровская область, Алена Асучакова, Республика Хакасия. В синем трико Светлана Бабушкина, мастер спорта международного класса. Борьбой занимается 15 лет.